Благодаря сработавшим подушкам безопасности, хозяйка Лексуса серьезных травм не получила. От дальнейшего визита в больницу она предпочла отказаться. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что одна из машин при движении во встречном направлении частично выехала навстречу. Кто именно это был, на тот момент выяснить не удалось. Участники ДТП наотрез отказались обсуждать подробности произошедшего. Несложно догадаться, что причиной потери управления стала высокая скорость. В результате столкновения у Audi оказалась разбита вся передняя часть, а Lexus налетел на столб. Подробности этого ДТП инспекторы ГАИ смогут выяснить после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».